Ранее в фильме я упоминал про дорогу жизни. Сейчас настало время рассказать о ней поподробнее. Дорога жизни обычно представляется обывателю как дорога по льду, по которому в Ленинград идут полуторки с мукой. Но на самом деле это была огромная, создана буквально на пустом месте инфраструктура, которая позволила снабжать в годы блокады и Ленинград, и Кронштадт, и Оранейбаумский плацдарм, и войска Ленинградского фронта, и весь краснознаменный Балтийский флот. У дороги жизни много составляющих. Это и авиамост с большой землей, и Ладожская военная флотилия, защищавшая Ладожские коммуникации, и северо-западное речное пароходство, которое производило перевозки во время навигации, когда озеро не было покрыто льдом. Это и телефонно-телеграфный кабель, обеспечивавший связь с Москвой, и высоковольтный электрический кабель, который позволял поставлять в Ленинград электроэнергию с Волховской ГЭС. Это и трубопровод, который также проходил по дну Ладоги и снабжал город топливом. Когда блокадное кольцо сомкнулось, осталась единственная возможность связи с блокадным Ленинградом через Ладожское озеро, побережье которого во время Великой Отечественной войны продолжала контролировать Красная Армия. Это озеро было очень сложным для судоходства. Неожиданные шквальные порывы ветра часто налетали на суда, поэтому побережье не было оборудовано ни причалами, ни пирсами. Первые доставленные грузы сбрасывались прямо на дикий берег. Вместе с этим срочно проводились работы по углублению дна и обустройству гавани. На берегу выкапывали землянки и оборудовали склады. Под водой провели телефонные и телеграфные кабели. От берега к ближайшей линии железной дороги проложили узкоколейку.
Уже 12 сентября, всего через 4 дня после начала блокады, по Ладожскому озеру в город доставили первую партию грузов. Это было 60 тонн различных боеприпасов и 800 тонн продовольствия. В обратный рейс брали ленинградцев. За время осенней навигации, до того момента, как лед сделал невозможным передвижение по озеру, эвакуировали примерно 33,5 тысячи людей из города. В то же время в Ленинград было доставлено более 60 тысяч тонн грузов. Кроме неблагоприятных погодных условий, транспортировку осложняли постоянные налеты немецкой авиации. С самого начала было ясно, что судоходный путь – это мера временная. Вскоре должны были наступить холода. Поэтому загодя сотрудники Гидрологического института и автодорожный отдел Ленинградского фронта стали проектировать автомобильную дорогу, которая должна была быть проложена прямо по льду замерзшего Ладожского озера. В документах она именовалась военно-автомобильной дорогой номер 101. На каждом пятом километре трассы должны были находиться пункты обогрева, а саму дорогу планировали делать в 10 метров шириной. Но в реальности все оказалось намного сложнее, чем на бумаге. При том, что проходила дорога жизни, как ее прозвали сами ленинградцы, по местам наименьших глубин, нередко лед проламывался, забирая не только ценный груз, но и немало человеческих жизней с собой. Длина дороги через Ладогу составила приблизительно 30 километров. Дорога жизни постоянно ремонтировалась, водолазы укрепляли ее всеми возможными подручными средствами, ныряя под лед и устанавливая там настилы и опоры. Это была далеко не просто широкая колея, проложенная по льду. Вдоль дороги устанавливали дорожные знаки, по пути следования грузовиков строили медицинские и обогревательные пункты. На протяжении маршрута находились склады и базы. Также оборудовали станции технической помощи, мастерские и пункты питания. По дороге проходила телефонная и телеграфная связь. О ситуации в городе было хорошо известно водителям машин, доставлявших десятки тонн различных грузов к берегам Ладоги, ленинградскую блокаду и забиравших оттуда эвакуируемых. Они ежеминутно рисковали жизнями, выходя на лед Ладожского озера. И это не просто громкие слова. Только за одни сутки, 29 ноября 1941 года, под воду ушло 52 автомобиля. Это был всего лишь один из эпизодов «Дороги жизни». В пути водителя постоянно подстерегала опасность уйти под лед, поэтому никто не закрывал дверцы машин, невзирая на пронизывающий до мозга костей холод. Однако опасности этим не исчерпывались. Немцы старались наносить авиаудары по колоннам во время перевозки грузов и пассажиров. Они целились как по самим грузовикам, так и по дороге следования, стремясь разрушить саму трассу. В общей сложности на дороге жизни было построено более 60 трасс. Одни предназначались для провоза техники, боеприпасы шли по другой трассе, причем с таким расчетом, чтобы в случае взрыва не повредить соседние машины. Отдельно шел вывоз раненых детей, а также отдельно ходили машины с нефтепродуктами, потому что в случае взрыва это было бы огромное пламя и, как следствие, подтаявший лед. Дорога жизни продолжала действовать и зимой 1942-1943 года, когда она использовалась не только для обеспечения города, но и при подготовке наступления Красной Армии для прорыва блокады.